В преддверии праздника губернатор Югры Наталья Комарова посетила Сургут. Глава региона побывала в музее моста через Обь, где провела встречу со студентами профессионального колледжа, а также с легендарным ветераном мостостроительной отрасли Валентином Федоровичем Солохиным. Наталья Комарова приготовила ему необычный подарок на юбилей – путевку на Олимпийские игры в Сочи. После губернатор провела видеоконференцию с муниципалитетами округа. Обсуждали две темы – свободу предпринимательства в сфере строительства и дорожную карту. Последняя позволит сократить сроки оформления документов на земельные участки под строительство. Работы еще достаточно много. Например, при нынешних средних по округу 245 днях получения разрешения на строительство к 2018 году нам необходимо выйти на среднюю отметку в 56 дней.